На конкурс дети читают стихи, скрипник роман, 12 лет, город Чебоксары, Александр Сергеевич Пушкин, зимнее утро. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, юга зурилась, на будто небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела, а нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит отопленная печь. Приятно думать о лежанке, влетели в санки кобылку бурую за плеч. Скользя по утреннему снегу, вдруг мило придадим себе бегу нетерпеливого коня, навестим поля пустые, леса недавно столь густые, и берег милый.